Всем привет, с вами Владос, и сегодня мы с вами посмотрим на новинку от Apple, iPhone 8. Погнали! Но если вы хотите полный обзор на iPhone 8, то ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Если мы наберем 20 лайков и 20 комментариев, то я сниму полный обзор всех фишек iPhone 8 и сравню его с iPhone 7. Поехали! Та-дам! Вот он наш айфончик. Наконец-то я его дождался. Вот такая вот фирменная пакетика от Apple. Хорошо. Пакетик я оставлю себе, ну уж больно он красивый, выбрасывать мне его жалко. Какая же красивая коробочка. Хочется отдать должное компании Apple, потому что, ну, делают они дело, не стыдные коробочки. Не стыдно будет поставить такую коробочку себе на полку, и будет она у вас красоваться. Эта версия на 64 гигабайта, потому что, ну, я не вижу никакого смысла покупать телефон на 256 гигабайт, потому что... Ну это настолько много, даже у меня в мозгу, по-моему, памяти будет меньше. Давайте откроем. Как же кайфово открывать коробки Apple. При открывании сразу понятно, то, что у тебя сейчас будет какой-то крутой бутерброд. Вертик. Красивый, как всегда, Apple Buy. Какой же он красивый, айфончик 8. Какой же он кайфовый. Мы телефон сейчас отложим вот сюда. И давайте сначала посмотрим на комплектацию. Это конвертик, в котором у нас здесь присутствует какая-то бумажка неизвестная. Потом здесь наклейки фирменные от Apple, причем они не меняются, по-моему, со времен iPhone 2G. Дальше идет у нас мануал по Welcome to iPhone, установки тыры-пыры в попе-дыры, но это все нам не интересно. Кстати, очень красивый конвертик, тоже я его себе оставлю, наклейки, все это вот очень приятно. Дальше у нас идут наушники AirPods Lightning и переходничок для того, чтобы, например, если вы захотите подключить какие-нибудь другие наушники, чтобы вас это сильно не парило. Дальше у нас идет проводок Lightning и 1-амперная зарядка. По этому поводу я хочу сказать то, что Apple, ну вам что жалко положить 2-амперную зарядку в 2018 году к iPhone 8? Ну, Apple, ну что за дела? Это уже так не актуально. И вот он наш телефончик, коробочку я закрою и... Переходим к нашему айфончику. Наконец-то я до него дошел. Какой же ты красивый все-таки телефон. Вот умеют делать телефоны Apple. В 2017 году это просто шикарный девайс. Вот уже заляпал это. Что это такое? Просто шикарный телефон. Вот держишь в руках и понимаешь, что у тебя в руках просто шедевр. Очень жалко даже такой телефон открывать. Я, наверное, даже не буду снимать пленку. Если вы захотите, то в ближайшем будущем я сделаю на него подробный обзор. А сегодня мы с вами замутили распаковку. Мы можем заметить то, что задняя панель у нас стеклянная. Очень это выглядит красиво, зачет Apple. Здесь вот, в отличие от других смартфонов Apple, после надписи iPhone ничего дальше не написано. Что, кстати, очень красиво, потому что вот эти надписи, они мне всегда лично мозолят глаза. Очень красивый смартфон, очень годный. Также металлические рамки выполнены так красиво, так просто сексуально, что просто держишь в руках и понимаешь, что у тебя не какой-то там Xiaomi Redmi 5 за 2000 рублей, а iPhone 8, который, ну, просто шикарный. Ну, а в общем, очень красивый, крутой, годный девайс. Ну, вот только подгорело из-за блока питания. В общем, iPhone 8 это шикарный девайс. Красивый дизайн, как и должно быть. Мощный процессор. Стеклянная задняя панель, причем Apple утверждает, что она выполнена из стекла, которая самая... прям крепкая в мире. Ну вот только комплектация у него просто никакучая. Вот, блин, Apple, пожалуйста, сделайте 2-амперную зарядку и провод, который совместим с новыми макбуками, тогда будет просто шикарно. Но у меня пока что на этом все. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Instagram. Пишите свое мнение о данном девайсе, ставьте лайки. Ну а с вами, как всегда, Владос. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.